Для того, чтобы привлечь молодежь к изучению истории, законов и культурно-исторического наследия страны, сторонники партии «Единая Россия» разработали федеральный проект под названием «Росквиз». Это интеллектуальная командная игра, которая включает в себя соревнования на логику, сообразительность и смекалку. Каждому какому-то знаменательному дню проводится подобная игра. Она проходит ко Дню народного единства, 9 мая на День Победы, на День Конституции, по таким знаковым числам. В День Конституции 12 декабря в историко-культурном центре организовали интеллектуальную игру на знание главного документа страны. Участниками стали ученики из Видновского художественно-технического лицея, а также 1-й и 5-й школы. Провел квиз автор и ведущий телевикторины «Думай, знай, познавай» Кирилл Махров. Берется та самая база вопросов, которая предоставлена Росквизом. И в данном случае в нашем Ленинском городском округе игра будет проведена по сценарию игры «Думай, знай, познавай» квиз. Ребята с интересом отвечали на вопросы, много спорили между собой для того, чтобы дать правильный ответ. К поставленной задаче они отнеслись со всей серьезностью. Очень, на самом деле, нужные вопросы, которые нужно знать как патриоту, как жителю страны. По окончании мероприятия всем участникам интеллектуальной игры вручили экземпляры Конституции Российской Федерации, а победителям – дипломы. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».